Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Аркадий Оздоба, мне 66 лет. Я занимаюсь собой. В бывшем я народный целитель, но сейчас я никого не лечу по причине того, что это невозможно сделать, а провожу занятия по паразитарной теории возникновения заболеваний и как выжить в вопросах самоисцеления. Очень часто я слышу от своих подписчиков по поводу того, что там болит, там болит, там болит, там болит. И как это, с этой болячкой бороться, как с другой болячкой. Дорогие мои, все эти болячки – это одно целое. Это говорит о том, что организм борется, а у вас болит. Естественно, люди покупают обезболивающие, люди покупают антибиотики, гасят иммунную систему. И в результате человек превращается в одну большую болячку. Моя близкая приятельница, которая меня, как вы понимаете, не смотрит мой канал, невзирая на то, что принимает огромное количество медикаментов, ей становится хуже и хуже за 5 лет. Артрит поглотил ее, и из двух маленьких болячек в результате получилась одна большая болячка, что человек даже не может сам себя обслуживать. Именно поэтому я борюсь со своей опухолью. Видно, да? Показываю на протяжении уже 28 числа будет 8 месяцев. Я борюсь, это постоянные боли. Но я борюсь. И я думаю, что я ее поборю. Потому что опухоль, я буду делать видео, разумное существо. А если оно разумное, значит мы его задавим просто-напросто. Я, кстати, эту опухоль унижаю. Я говорю, ты не опухоль, ты бородавка сраная. Да, она на меня обижается и болит. А я ее нашатырным спиртом. Немножко теряю сознание от боли, но такой вопрос. Настя переживает, как всегда, за пультом. Поэтому рассматривать как отдельные какие-то болячки абсолютно неправильно. Иммунная система умница, иммунная система разумница. Это те дебилы, которые в интернете пишут об аутоиммунных заболеваниях, что, видите ли, иммунная система атакует свои собственные, то есть свой собственный организм просто так. Им не хрен делать, она ее атакует. Есть источник того, чего она атакует. Есть определенные монстры, они выглядят как монстры, кстати. Зайдите в интернете, посмотрите, они монстры. Конечно, иммунная система атакует. А надо все задавить. В аннотации к лекарствам смотришь иной раз, подавление макрофагов. Подавим макрофаги, подавим лейкоциты. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Поэтому каждый выбирает свой путь, каким путем ему двигаться. Еще раз вам говорю. Я на данный момент, мне 66 лет, вертушку, конечно, не бью, да, но выше своего роста ногой махнуть могу. И с левой бью, как говорят у нас на Украине, як бык рыгая. Поэтому я выбрал такой путь. Хочу быть молодым, красивым, здоровым. И Настю жмякать, чтоб силы были, да? Что я ее сильно люблю. Поэтому, ну вот как-то так. А вот это вот скрываться за антибиотиками, скрываться за обезболивающими, так и хочется сказать, а хули толку? Нельзя замыливать, понимаете? Нельзя вот взять, предположим, пудру, помаду там еще, и вот это вот старческое, все вот это вот старческое замазывать. Смотришь, губы вот такие вот понапихали. Вы меня понимаете, потому что вы, мои дорогие, так не делаете. Вот как-то так. На сегодня все, друзья мои.